Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас, как обычно, трэш-контент. Добрался я до аккаунтов прошлого и позапрошлого победителя еженедельки. И, соответственно, они захотели большие паки с огником, которые у нас сегодня продаются. Первый аккаунт у нас Айрата, победителя предыдущего конкурса еженедельного. Соответственно, у него уже есть часть панчбокса, получили, есть часть огника собранного. Мы попробуем сегодня его дособирать. Так, поехали знакомиться с аккаунтом. Эбик, вот так вот называется он, находится он в гильдии Гамора. Прием после собеседования в WhatsApp. Все есть у вас на экране. Ссылочка на WhatsApp. Пишите, кидайте заявки. Так, поехали смотреть аккаунт. Донатный, бездонатный. Донатный, донаты уже под миллион. Вот так вот. Что по героям у него? Некросвольт недостающий. Ну, умеренный донат. Ледяной. Да, есть много недостающих героев. Махатма. Неплохо так. Поехали посмотрим, что у него здесь творится. Так, друидик. Минотаврик. Минотаврик, минотаврик. Ну, такое себе, да, по талантам тут, конечно, есть много чего менять. Ну, так, в принципе. Видимо, донат очень умеренный и длительный был. Тыковка. Ничего себе, тыковка берсовая. Больненько. Это уже интересно. Так, дальше у нас пошли допы. Так, пак я вам, в принципе, показал, что мы получили. Мешки огника, эмблемки восьмые. Давайте откроем. Воодушка. Ну, поздравляю, для тыковки вопросов нет. Смотрите, как нападала изворотливость. Как по мне, очень прилично. Отличненько. Открыть все. Так, 450. 10к получили. И есть у нас исцеление. Ну, просто изи. Поехали, посмотрим сейчас. Так, еще раз смотрим тыковку. Ну, как по мне, это просто мега удача у нас сегодня. Надеюсь, мы сейчас с огником тоже соберемся и затащим. Окей. Так, тыковка. Тыковка у него уже топовая. Водушка тоже есть. Можно вот так вот поставить водушечку. Поздравляю. Так, окей. Что у нас дальше? Поехали дальше. Поехали дальше смотреть. Ну, конечно же, так, что у нас по акциям сегодня? Нравится выхода и слепи снеговиков. Поехали в снеговиков. Ой, у меня, как обычно, все глючит, что-то не знаю. Этот раз Нокс установил, он что-то глюкнутый. Ну, давайте попробуем повыбивать. ПБшка, нифига себе. Я не знаю, он у него, кстати, вроде ПБшки не было. Легендарное яйцо. Так, значки почета. Такс. Глючит, но это надо будет переустановить. Админ панелька глючит, ребят. Может, у всех так, напишите в комментах. Ну, не знаю, у меня что-то со вчерашнего дня, походу, они немножко перепили. Либо я что-то не то установил. Глючит, глючит. Так, окей, с этим разобрались. Где-то здесь хрестик закрыли. Так, новогодняя рулетка. Поехали посмотрим, что тут у нас интересного. Войти он уже использовал все свои шансы. Так, тратить с выгодой. Так, понятно все. Ну-ка еще разок. Ну,
просто изи. Ну чё, поздравляю, еще и недостающий герой, как по мне, это очень удачно у нас получилось. Поехали сюда. Так, что у него по осколкам Огника, я вам сейчас не покажу. Поехали, попробуем собрать. Интересно, мне самому просто интересно, что у нас выпадет. Ну и дальше уже посмотрим. Если не собираем, ролим героя. Если собираем, пробуем Огника собрать. Так, окей, поехали открыть. 10. Ну, такое себе. 10 опять. 10. Ну, а от IGG тут ничего не ожидалось. Просто батька, ребят. Ну чё, поздравляю. Блин, ну круто, 80. Такс. Ну чё, можно его поздравлять? Да, можно его поздравлять, ребят. Просто налегке мы собрали человеку Огнекрыла. У него было 100 с чем-то там, 113, наверное, я не знаю, 10, 10, 80, 100, 120, где-то мы выбыли, да, где-то 123 у него было, может меньше, или 117, короче, неважно. Самое главное, что у него на аккаунте уже есть Огнекрыл, с чем я поздравляю. Ну, что могу сказать? Просто чудесно. Обмен, окей. Окей. Где там он? Использовать. Окей. Все, теперь еще плюс один Огнекрыл на русском сервере. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали, 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 поехали сюда. Надо сейчас быстренько его качнуть ему. Так, поменять, что тут у нас? Ну, у нас только смены, у него там есть, по-моему, талантики, это я трогать не буду. Нам сейчас надо его, ребят, качнуть. Давайте так, эти книжечки посливаем. Качнуть на эволюцию сразу же. И паролить ему созвездие. Так, сумочки у него, он говорил, есть, да, отлично. Использовать, окей. Так, даже больше использовали, чем надо, ну, думаю, неважно. Это не тот ресурс, за который надо переживать. Так, окей, где он тут у нас? Где он тут у нас? Овник, ты где? Где-то я уже потерял с виду. Так, он у нас, вот он. Усовершенствовать. Эволюция. Так. Ну, кгшек у него хватает. Бум. Есть. Отлично. Делаем ему аугментацию. Я думаю, тут даже столько нам не надо. А, не, все-таки надо, ему надо больше. Так, есть 10-10, окей. И нам надо словить уклонение, ребят. Поехали, посмотрим, что у него. Так, огник, чарка, доспех. У нас тут упало 6. Поехали, сразу тут попробуем. 4-5. Это у нас кто? Заклинательница. Можно ей для силы сунуть. Сунули заклинательница. Так, стрелок. Это у нас кто? Ромах ей, в принципе, не особо сейчас нужен. Так, хрон. Да, по чарам у него тут, конечно, тоже можно коню поменять. Так, ведьма на архе, медузка, одер, укротитель, да уж. Так, валька, арктика,
Черепуха. Так, дуги тоже можно ставить. Так, Атлант. Атланту, в принципе, можно поменять. Может, кого-то хоть ослепит. Да, блин, да что такое-то, а? Так, ну на кубчике. Ладно, пусть будет. Не будем трогать. Джек у него такой. Блин, ну не падает, обидно. Ладно, давайте поставим. Так, якорь. Блин, доспех, ослеплялка, доспех, ослеплялка. Ладно, пофиг. Для силы потом выролим, надеюсь. Так, окей. Поехали созвездие ролить. Нам надо... Что там он хочет? Ну, естественно, он хочет уклонения. Поехали, попробуем наролить ему уклонений. Я надеюсь. Не буду я четверки пока трогать, только пятерки буду пробовать оставлять. Так, двоечка, ну супер, русский серват меня, как обычно, радует. Ну, рандомчик, давай хоть здесь потрешуй, блин. Дай пятерки нам, без доната. Интересно, без донат хоть один. Вот, отлично, одиничка есть. Когда-то соберет хотя бы уклонений 5. Было бы интересно, честно говоря, на это посмотреть. Радостью посмотрел бы на этот аккаунт. Даже обзорчик бы заснял. Так, четверки падают. Четверка, но четверка мне не надо. Мне нужно сначала пятерки собраны. Так, вот это, блин... Неудобно так. Крит. Ну, блин. Так, ну уклон, давайте, блин, уклон, что, один уклон, и все. Ну я вам скажу, блин, это реально нам очень круто повезло. 80 осколков на последнем вытащить. Это жесть. Так, двоечка. Такое чувство, что можно даже четверки собирать просто и не париться каким-то дропом. Так, ну давай, 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 пятерка есть, отличненько. Еще одна пятерочка. Так, нам надо еще 3, как минимум. Так, ну не крит удар, нужен уклон. Двойка не то. Блин, вот это самое длительное занятие. То, чего больше всего я не люблю, это рулить вот созвездие. Если просто пятерки, это еще одно. Себе нарулил от фонаря и пошел дальше. А если вот ловить конкретно что-то, блин, четверка, ну не то, нужна пятерочка. Пятерочка, пятерочка, пятюня. Четверка не то. Блин, ну четверки падают. Надо пятерки. Так, рандомчик, давай. Соберись. Есть, отлично.
Отличненько, блин, если еще, если бы две упало сразу же только что. Так, ну давай, 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 давай. Родной. Крит урон. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давай. Рандомчик, блин. Тройка. У, есть. Ну чё? Ух, 4. 4 есть. 4 есть. Поехали. Последних два, самое интересное. Так, точность крит сопротивления. Так, четверка плюс жизнь. Ну все, я ему оставляю. Он просил, можно так оставить. В принципе, этого будет хватать. Поехали, попробуем словить для огника. Так, что тут у нас? Седна, Рея. Попробуем. Так, есть победный доспех. Двойка не топера, мах. Ну блин. Дайте пятерочку нормальную, блин. Ну, четверка не нужна, пиромах. Троечка. По возрастающей идем, ребят. Двоечка нет, обратно упали. Ну, давай, 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 надо топчик. Так, блин, ну ладно. Нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Дай, блин, дай нормальную. Давай. Смотрите, сколько победных. Первый, второй, первый, второй, первый, второй, максимально третий. Передача энергии. Ну, я ставлю. Однозначно пока ставлю. Поехали, еще попробуем. Ну, я считаю, блин, мы сделали более чем можно было бы сделать на таком аккаунте и за столько самов. Я считаю, это, ребят, просто мега круто получилось у нас. Так, ну, он уже сам потом определится, кому поставить. Оставляем эти самики. Может, наролит еще какую-то имбу. Ладно, давайте по 150 заролим. Конечно, может, наролим все-таки имбу. 150 и кристаллический эктоплазм. И королева змей. В общем, ребят, вот такой вот видосик. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, топ-контент. Всем удачи, всем пока.